Женская вот обувь летняя. 1499. Зачеркнуто было почти 3000 со скидкой. А это было 4000. Сейчас 2999. Вот эти вот конкетки. 1900. Вот, например. Тысяча 499. Это 2900. Две 900. Ну это кожа вроде как пишут натуральная. Эти 790 конфеточки открытые, 799, 99, вот сверху 799. Вот 799 летние. Это все по 799, совсем открытые. С максимальной скидкой. Если обувь, эти вот карие. По 1400, 1200, вот зачеркнуты цены, вот, например, 1499, сейчас 999, вот. Это было 1700, сейчас 1299. Вот такие 1799. Мужские вот ботинки 999 рублей, были 1899, почти 2000 были. Вот полторы были, две. Вот было 2999, сейчас 1999. Эти вообще были почти 5,5, сейчас 3900. Вот ботиночки 2199. Это такая же цена. Эти 2900. Вот было 2199, стало 999. Тяжелые такие, разные размеры. Это вот было 2000, а сейчас 1490. Не сильно скинули. Есть прям сильные скидки большие, почти два раза. А есть так, чуть-чуть скинуто. Вот, например, было почти 2000, сейчас тоже 999. Вот такой вариант тоже 999. Эти дорогие 3,5. Вот дорогие 3490. Это вот 3400, 3400, 2490. Вот босоножки было. Цена 1799. Сейчас 999 вот стоят. Вот было 1699, сейчас 799 скидка. Эти 2900. Эти дорогие 3400. Вот босоножки 899 рублей. Женские. Вот цена. Вот они все по 899. Эти 1400, 1190. Вот босоножки 1799 беленькие. А эти были тоже 1790, сейчас 1299. Эти тоже уценили, 1299 стали. Были почти 1800. Вот полторы. Эти 1999.
эти тоже 1999, 1990, 1790, 1790, эти полторы, эти 1499, 1800, полторы. Эти все по полторы стоят. 999 мужские сандалии. Эти 1900. Говорят, что акция у них. Две пары берешь обуви, а третью дарят в подарок. И сумки у них со скидкой идут. Это все летняя мужская обувь. Вот вообще 599 мужские. Кстати, вот неплохие сандалии. Но они дорогие, 2600. Тяжелые такие, кожаные. 1499. Размеры разные. Вот тут коробки надо выбирать. 1999. Вот эти вот почти полторы, это все мужское. Это вот кроссовки у них 1799 1800, а сейчас 1499 скинули, 1700. Это вот 1800. 1899. Вот босоножки было 1799, сейчас 999 рублей. Эти было 2000, сейчас полторы. Это было 2, тоже полторы стали. Эти стали 999, было 1600 рублей. Вот такие типа как туфли, как кроссовки. Кстати, была цена 2299, стали всего 999 рублей. Вот они цвета совсем светленькие, синий и вот такой вот серенький с золотистым. Ну все, на этом видео я свое закончу. Всем пока, до новых встреч.